Это заказная вся история. Вся эта история началась с меня. Я вам покажу, если вам будет интересно, вот Андрей, кто там занимается телевидением, вы можете посмотреть. Кажется, 2000 год, стоит партия, не буду называть. И они, значит, с плакатами, значит, гуашью понаписывали. Идут люди на концерт. У нас 3 концерта в ДК «Украина» в то время. И они: «Данилка, Мудилка, Московская подстилка». Какого, с какого? И люди идут, значит, возмущаются, говорят, а... Ну, просто, понимаете, они хотят обратить на себя внимание. В нас летят яйца. Но не попадают ни одно. Как бы так рядом, ляп-ляп-ляп. Но и выскакивает этот, значит, ОМОН или кто тогда был, да? Охрана там. А я думаю, боже, ну как будто Пол Маккартни приехал. Думаю, что такая охрана? И, значит, они кидаются, значит, выставили этих ребят, там человек 5, стоят, значит, лет по 20-18. И я выхожу, я тогда просто не понимал. Я говорю: ребята, а в чем дело? А они говорят: ну нам же жить на что-то надо. Оказывается, им дали по 100 гривен. Они накануне пришли под сиденье изолентой или там скотчем, да, эти яйца. Посмотрели весь концерт и потом, значит, кинули, да? То есть, если, думаю, меня ненавидят, они должны сразу прекратить это действие, да? Но это заказные все дела. И это люди просто получают за это деньги и все. Что тут непонятно? Я их презираю. Ганьба.